Это Россия. Страна миллионов рек и гор. Она раскинулась от Тихого океана до Балтийского моря. Страна, в которой переплелись сотни народностей, культур и обычаев. Страна с великой историей и сильными людьми, которые чтут древние традиции и модернизируют их, передавая знания как наивысшую ценность. Будь то огромный мегаполис или маленькая деревня, в каждом уголке России есть что-то самобытное и неповторимое. То, чем стоит гордиться. А это Республика Карачаево-Черкесия. Республика лазурных озер и горных пейзажей, древних сооружений и природных достопримечательностей. Здесь особенным образом переплетаются культуры и обычаи разных народов. Здесь возродили уникальную породу лошадей и впервые покорили на ней Эльбрус. Здесь живут люди, которые гордятся своей историей. Добро пожаловать в Карачаево-Черкесию! Народ Северного Кавказа, так как находился в экстремальных горных условиях, вся жизнь была связана с лошадьми. Лошадь – это была главная опора в любой виде хозяйственной деятельности северокавказских народов. Ну а для карачаевцев, так как они были загнаны судьбой в самые суровые тесные ущелья от рогов Большого Кавказского хребта, без лошади вообще невозможно было существование. Она была и пахарем, и кормильцем, и воином, и другом. Поэтому говорят «ат эркщин канаты» – это у нас народная пословица «конь крылья мужчины». Меня зовут Марат, маленького мальчика зовут Рахман. Так как жизнь карачаевцев не предстоит без лошадей, я буду учить сейчас Рахмана, как правильно подходить и седлать лошадь. Мне отец уже один раз или два раза показывал, сам я еще ни разу не делал. Подходим к лошади с левой стороны обязательно. Берем седло так, как мы уже его поставили. Рахман, бери подпруги. Подпруги – это вот эти штуки, которые держат седло. Они специально сделаны широкие, чтобы ничего не опухло и безболезненно как бы ничего не протерло там. Скидываем его, Рахман, скидывай. Подходи с этой стороны, справа. Подправь там. Все правильно, молодец. Теперь подходи на левую сторону. Переднюю подпругу натягивать. Посмотри хорошо, правильно ты его сделал. Посмотри тщательно, нигде ничего не свернуто, потому что это все будет стирать лошади кожу, и это будет болезненно. Дальше делаем мы стремена. Стремена мы будем подводить простым методом. Просто просовываем левую руку. Пальчики должны касаться вот каркаса. А стремя прямо под мышку должна быть. Это полностью означает рост. Подводи руку. Вот так нормально ему будет. Это обычные элементарные вещи, и с малых лет их учат. У моего отца было много лошадей, и вот когда он приезжал с прогулки с конем, он всегда мне давал на него залезать. Я сам мог в огороде кататься на нем спокойно. Но в горах я в первый раз буду кататься на лошади. Карачаевская порода лошадей, она имеет очень древнее происхождение. Она имеет аланские корни. Аланы, придя из-за Каспия, во время великого переселения народов, привели на Северный Кавказ с собой два типа лошади. Одна была верховая, похожая на халтикинскую, вторая была верховая вьючная, вот которая и осталась. Та не выдержала суровых условий и сохранилась вот в горных ущельях, как самобытная порода. Характерная особенность – это небольшой рост, но с очень компактное туловище. Крепкие сухие ноги, выраженная холка, небольшие, но строгие уши. Очень красивый глаз такой бывает, миндалевидный такой с раскосой. Волнистая грива и хвост.
масти бывают в основном темные. Вороные, караковые, гнедые. Редко встречались серые лошади, но в основном они перевелись. Эта порода отличается тем, что в горах она в любую погоду, в любых экстремальных условиях находит тропинку, находит дорогу, куда нужно идти. И там, где не может пройти ни одно животное, она может пройти и пронести себя и всадника в нужное место. В последнее время развелось очень много хищников. Особенно скорочайских лошадей, что жеребец, если он хороший хозяин косяка, он является предводителем, он никогда не отдаст ни кобылу, ни жеребенка особенно. Жеребец бросается и отгоняет волков. Я видел, как один жеребец двух волков согнал прямо со скалы, до того бросился на них, когда они выбрались, хотели жеребенка схватить. Вон, смотрите, жеребец бросается. Он не дает подходить чужому к своему табуну. Ставим левую ногу на стремя. Держись за каркас. Давай, поднимайся. Вот так. Сидеть нужно не вот так назад облокачиваться, не вперед, а сидеть прямо. То есть на уровне бедра твоя пятка должна быть вот так. Не с откинутыми вперед ногами, как это делают многие там. Сидеть нужно в седле строго, четко, потому что это все будет стирать спину лошади. И, естественно, будет рана. Дальше мы закидываем повод, и я его сейчас немного покатаю. Так как у него первый раз, лошадь горячая, и может что-то случиться. Ради безопасности немного покатаю. Коня зовут Боливар. Он у меня относительно недавно. Ну, я его купил весной. Он мне очень нравится. Тут в нем нету ничего такого особенного, просто он очень умный конь, очень легко управляемый и очень послушный. Вообще у нас в семье особо никто не держал лошадей. И почему-то с детства самого очень сильная тяга к ним была. Дома меня никто не понимал, если честно. Это, видимо, где-то в генах заложено было. Как только чуть подрос, отец увидел одну кобылку маленькую. Естественно, в 7 лет он меня на нее посадил. Я, видимо, наклонился сильно, и она затылком ударила мне по носу. И это было мне первым уроком, то, что не надо вперед облокачиваться, когда ты ездишь верхом. И как-то с этого момента все и закатилось. Это уже какая-то болезнь была. И на сегодняшний день имею небольшой табун. Что, Рахман, готов сам покататься? Готов. Если что, я буду рядом, ты не беспокойся. Хорошо. Поворачивай направо, чмокни ногами немного. Да. Не отпускай повод. Молодец. Чуть-чуть дальше проедь. Разверни его, Рахман. Ну что, как тебе первый раз? Хороший. Точно? Точно. Ну, теперь будем потихонечку учить тебя. И в будущем ты станешь очень известным конником. Молодец. Дай 5. В 98 году организовали группу из 3 лошадей на Эльбрус. Было 2 карачаевских чистопородных коня, Даур и Хурзук. И вот они взошли в августе месяце на восточную вершину, а потом через месяц и на 2-ю вершину. Для того, чтобы на весь мир сообщить о том, что порода жива, порода здравствует, и ее уникальные качества вот такие, которые другим лошадям не под силу, подтвердили вот этим восхождением на Эльбрус. Меня зовут Каракетова Марьяна. 18 августа этого года мы с компанией единомышленников решили поехать на Эльбрус. У нас было 5 человек и 2 карачаевские лошади. На высоте 3800 был наш базовый лагерь, там и находились наши лошади. У нас было 3 проводника, которые нас сопровождали. Из-за непогоды, к сожалению, мы изначально хотели подняться на западную вершину, но из-за того, что не было тропы, нам пришлось изменить свои планы, и мы пошли на восточную. Она выше, конечно, и сложнее. В течение всего пути за здоровьем лошадей, конечно же, тоже следили. То есть пульс проверяли, как они себя чувствуют. То есть
А основным критерием было все-таки, чтобы и люди, и лошади себя хорошо чувствовали. И к 2 часам дня мы поднялись, мы достигли вершины Эльбруса. Нас настигла непогода, поднялся очень сильный ветер, пошел снег. Единственное, что я успела сделать, я для своей тети сняла видео. Я туда шла в честь нее, потому что, ну, мое восхождение было посвящено ей. Я здесь, я с ними слышу. Я это сделала, как ты хотела. 20 с лишним лет назад состоялось первое восхождение на лошадях карачаевской породы на Эльбрус. Моя тетя должна была быть в этой группе. Но в силу форс-мажорных обстоятельств она туда не попала. 20 с лишним лет спустя мы туда поднялись. И я думаю, для нее это было еще большей радостью. Первым делом я, конечно же, приехала к ней для того, чтобы вручить ей, наверное, ее все-таки по праву значок. Вот такое вот за восхождение на Эльбрус. Лошади для Карачаева-Черкесии – это, можно сказать, все. Потому что я лично не представляю свою жизнь без лошадей. И точно как и я, остальные тоже. Там нету разницы, маленький ты, большой ты. Я всегда говорил и буду говорить. В мире существует много болезней, но у карачаевцев болезнь – это лошади. Мы сейчас вам покажем, как мы делаем домашнюю карачаевскую халву. Для приготовления карачаевской домашней халвы основным инструментом является казан. Огонь под казаном должен быть средний. Берем масло топленое домашнее, наши коровы пасутся на бичесыне, это плато под Эльбрусом, там молоко дается, взбиваем масло, масло кипятим, весь остаток убирается от масла, наливаем казань. То, что масло готово, мы понимаем по цвету и по запаху. Пока там будет масло готовиться, я набираю муку. Научила халву делать наша мама нас. Ее мама научила. В каждой карачаевской семье старинные блюда старшие учат младших. Масло 1 литр масла. И на этот 1 литр масла мы добавим 4 с лишним муки. Насыпаем муку. Халва подается на свадьбу, если гость приходит. Это хороший подарок, потому что это трудоемкий процесс, но и зато настолько же и ценится. Ну, вот мы, как муку высыпали, все перемешали, и чтобы не прилипало ко дну или к стенкам, все время надо мешать и жарить, чтобы, ну, все одинаково, чтобы пожарилось. Это будет продолжаться, ну, по времени час-десять. Кто-то даже за 40 минут делает, но он тогда прилипает. Когда полностью готова, ее начинаешь кушать, она прилипает. Картоп прилипает. Да, картоп прилипает, и чувствуется, что она еще не дожаренная. Сейчас уже пожарили, огонь выключили, теперь сахаром будем мешать, чтобы сахар растворился. Набираем сахар 2 килограмма. Сахар растворился, и мы теперь должны придать форму. Чтобы плотно было, чтобы там красивая форма была. Это для уплотнения. Традиционная халва на мероприятия хорошие, на праздничные режем мы ромбиками. А на другие случаи можно квадратиком резать.
А сейчас для того, чтобы просто красивый был, будем укращать. Наша карачаевская домашняя халва готова. Добрый день. Мы жители аула Адылха Ногайского района. Я Уракчеева Зайрат Абылкеримовна, работаю директором Дома культуры. И вот сегодня я хочу научить моих внучек, как готовится у нас ногайский чад. И меня тоже научила моя бабушка. И испокон веков ногайцы считаются самым гостеприимным народом. И у нас нет такого мероприятия, чтобы мы не готовили ногайский чад. Мы говорим «хан лахшай». Это значит в переводе «степные». Вот травы. Травы собираем летом. Иван-чай, зеленый чай, зверобой. И вот этот у нас готовая заварка. Здесь все есть. И травы, и зеленый чай, и плиточный чай. Все приготовили. Ну, поставили вот две кастрюли мои родные. Здесь вот кипяток. Вот бери, положи, я тебе скажу, сколько надо. В одну кастрюлю положи, мы приготовим сейчас заварочку. Бери побольше. Бери. Еще ложи. Ну и все, хватит. Вот у нас варится заварка. Перемешиваем. Минуты три. Вот у нас заварка готова. Да. Берем сито. Марка, забери, ты моя родная. И просеиваем сюда, на этот. Держи, Хаз. Пропускаем через сито, чтобы не попали туда листья заварки. И теперь мы заправляем. Ногайский чай заправляем со сливками или сметаной. Это коровье. Мы держим сами корову, у нас свое. Молоко, своя сметана, и все у нас готово. Вот у нас сегодня готово, это со сливками будем. Добавляем вот сливки. Сейчас добавляем соли, соль добавляем по вкусу. Вот мы соль добавили, добавляем сюда тоже по вкусу перец. Это издревле идет рецепт ногайского чая. Чем вот больше перемешиваем, тем больше поглощает этот кислорода. И тем оно и вкуснее получается у нас чай. И вот наш чай готов. У нас, как говорят в народе, у нас ногайцы говорят, без чая какая может быть сила? Давайте, дорогие мои гости, давайте попробуем, какой мы чай сегодня приготовили. Мои родные, вы будете учить детей своих сынов? Конечно. Будете? Мы каждое утро готовим этот чай, пьем его с утра, и у нас хватает сил на весь день. Карачаевцы с древнейших времен занимаются изделиями из шерсти, из кожи, из дерева. Ну, для женщин домашним занятием в основном было, конечно, вязать, вышивать для всей семьи одежду, обувь, платки. И на продажу точно так же делали киизы, делали бурки, вот, вязали шапки, носки, свитера. С древнейших времен до современности оно у нас сохранилось. Это моя племянница Тамара, дочка младшего брата. Это ее сестра Фатима. Это моя сноха. Мы всей семьей вяжем. Каждую девочку родители, бабушки, тети, матери учат вязать, учат вышивать. Поэтому это в каждом доме до сих пор сохраняется. Thank you.
Это наши барашки. Весной остригают. Когда весной остригают, в мае, в апреле по погоде, значит, мы выбираем хорошую шерсть, белую, черную, более длинную, ну, свитера делаем, более тонкую для носков. После стрижки мы моем эту шерсть, стираем, моем. После сушим, потом идет чёска, ну, расчесываем. Как она расчесывает? Расчесана эта шерсть уже. Ну, сейчас вручную вот так. Раньше вот этими делали старинные вот эти чёски. Сейчас все как бы механизировано. Потом прядем. Веретено, сколько я себя помню, делали сами, делали ручную. Это веретено мне досталось от бабушки. Вот брали вот так, шерсть раскладывали, растягивали и нанизывали вот так, вот вытягивали. После этого уже идет процесс с этих ниток, клубочки. Вот, вот клубочки. С этих клубочков идет уже процесс вязания. А в готовом виде вот такие же свитера у нас получаются. Вот полуверчик такой, вот носки. Кроме овец у нас есть еще пушистые козы, серебрянки. Не дойные, а именно пушистые, которых мы расчесываем. Точно так же получаем нитку, только уже не шерстяную, а пуховую. Пух гипераллергенный. И с нее вяжем уже более красивые, вот такие из пряденного этого пуха, свитер-кофточка для девочки. Наши туристы, которые приезжают, забирают с удовольствием, как подарок с Кавказа. У нас есть огромный рынок, там все наши женщины выносят, продают свои изделия, то, что вручную связали. И откуда только они приезжают, не покупают их. Можно сказать, карачаевцы не только себя одевают, всю Россию одевают в шерстяные изделия. И это правда. Вообще, изначальные азы этого мастерства мне дала бабушка. Я даже в школу еще не ходила, когда она уже по чуть-чуть меня учила. И таким образом вязанием я занимаюсь и до сих пор, оно мне нравится. И в данный момент я решила себе вышить безрукавку именно своим национальным карачаевским текметом. Но это необычный символ, у него есть свое значение. Что касается круга нашего, круг у нас означает бесконечность нашей Вселенной, то есть мира. Наш квадрат своими четырьмя сторонами и четырьмя точками, он у нас означает то, что мир был создан из четырех стихий и также четыре стороны света. Но у этой точки есть также свое значение, так как точка, она означает единство Творца. То есть ядром всего духовного и материального был Всевышний Аллах. И таким образом текмет – это символ мировоздания. В 1943 году все мужское население было на войне. И благодаря вот этому вязанию женщины все вязали от мала до велика. Можно сказать, отчасти народ выжил благодаря этому ремеслу тоже. Рождение ребенка в семье – это большое событие, особенно у горских народов. Постоянные войны, борьба за свою независимость, переходы с одного места жительства на другое. И в таких условиях, конечно, детей было очень мало, и каждый ребенок был долгожданным в каждой семье. У наших народов очень много традиций, обычаев, связанных с рождением ребенка. Сегодня мы вам покажем обряд укладывания ребенка в люльку. Это был большой праздник для семьи, для родственников, для соседей. Это не просто так поставили люльку и положили ребенка. Обычно первый раз в люльку ребенка клала бабушка. Дедушка резал барана или более крупный скот. Готовилось угощение для всех. Люлька в семье горских народов это было целое состояние. Не было семьи, где не было люльки. Вот все говорят, горцы выносливые,
Вот они спортивного телосложения, вот они сильные. Все это связано с люлькой. Вот сейчас, думают, пеленают туго ручки, ножки, что это, мол, неправильно. Нет, это все было правильно. Уже в люльке ребенок привыкал к стойкости, к терпению. С первых же дней ребенок уже начинал воспитываться, что он должен быть сдержанным. У него должна быть воля, стойкость. Вот этому уже, я думаю, наши предки уже так приучали ребенка. Я и своих детей, и своих внуков качала только в люльке. Потому что, когда ребенок спит в люльке, мы были спокойны. Он не упадет, он не выпадет, он сухой. Раньше у нас вот на днище делали такое отверстие, куда вставляли стеклянную банку или керамический горшок. Пеленочки у ребенка были с дырочками. Есть у овцы одна кость. Она пола, ее выскребывали и вставляли между ножками ребенка. И потом уже начинали пеленать. И вот по этой трубочке ребенок, все, что вот это было, уходило в баночку или в горшочек. И целый ребенок целый день мог спать спокойно. Если там надо, к бабушке поставим, он проснулся, она за веревочку дернет, чуть-чуть покачает, он опять засыпал. Вот эта косыночка, чтобы головка была туго запеленута, и заодно она захватывала ручки, чтобы они были туго запеленуты. А потом она уже ножки, а потом еще одна пеленочка, чтобы во время сна, чтобы он не пугался своих ручек, чтобы ничто ему не мешало, вот ровненько надо было. И на коленке вот такую подушечку. Это тесемочки, чтобы не сползала подушечка, чтобы он не смог встать, выползти, выпасть из люльки. Потом сверху уже обязательно укрывали одеяльцем. Сверху, если это было в летнее время, чтобы мушки или мухи не садились, сверху покрывали каким-нибудь ажурным покрывалом ребенка. Ляу, 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 ахохчкуньги хур-хуррит, ацисачкуньги хур-хуррит, абдурахминги хур-хурхит, что? Вы видите, как ребенок быстро уснул. Дай Аллах, чтобы эта традиция наша не нарушалась, чтобы этот наш обычай всегда был в нашем народе и всегда было в каждом доме, было кого качать. И чем больше, чтобы люлек не хватало в доме. И мы будем сохранять эту традицию, этот обряд. Пусть наши дети всегда спокойно спят в своих люльках. Музыку, да? Обнаглеть.